Ну и соответственно, все это теперь дело выглядит вот так вот. Только уже рычаг с правой стороны. Снял ее спереди, поставил назад. Ровно тут, я не знаю, 5 минут делов. Вот как-то так. Винт развернул вовнутрь над крылом. Все абсолютно отлично работает. Привет, YouTube! Привет, подписчики и гости моего канала. В общем, у нас тут задождилась немножечко погода. Решил я навеску эту немножечко переделать. В плане того, что вот этот рычаг сброса навески нужно поставить на эту сторону. Под правую руку. Почему? Потому что думаю ее использовать на малыше спереди. Для того, чтобы ставить лопату отвал, да? И в таком вот исполнении вот этот рычаг сброса упирается в двигатель, потому что двигатель у меня смещен. Вот, когда он развернется, будет проходить мимо двигателя, все будет замечательно. В общем, делаю ее еще универсальнее, потому что спереди она на малыша не становится. Вот такие вот дела. Ну и немножечко тут ее доработать. Вот эти крюки у меня за планку зацеплены. Ну, приварю гайки на уровне шаровых. Там и там, чтобы цеплять. Ставлю пока крест-накрест, чтобы была возможность поднимать и опускать навеску без вот этого качения. А когда работать, где-то чем-то они у меня ставятся либо на центр, либо туда, либо вот на треугольник. Тут, короче, регулировок просто миллион. Также у меня и здесь можно ее поднять выше и еще выше, эти рычаги. Вот в этом положении они стоят на уровне полуосей. Ну, все зависит от того, какие задачи выполнять, какие ряды, орудия поднимать и так далее и тому подобное. Здесь стоит у меня сейчас в данном случае на самом верхнем, оно практически на уровне, чуть-чуть выше вот этой оси. Для чего? Для того, для легкости поднятия того же самого мотоблока, лопаты и всего остального. В этом положении и рычаги отодвинуть нужно на самый край, здесь опустить на самый низ. Одной рукой можно выжать запросто 100 килограмм, а то и больше. Вот поэтому как-то так. Ну, обзоры я делал как бы по навеске. Сейчас немножечко ее дорабатываю. Добавляю ей универсальности. Вот. Ну, погнали разбирать. Забыл сказать. Значит, взвесил я сейчас ее вот таким вот весами. Вот такой они вес берут. Погрешность там, ну, якобы в 10 грамм, но тем не менее. Плюс-минус. 45 700, вот именно вот сейчас вот в таком виде 45 килограмм 700 грамм. Итак, варил я уголок, все абсолютно, будем говорить, в зеркальном отображении, симметрично. Даже отверстие выставил там, где с этой стороны, абсолютно одинаково. В общем, сейчас отрезаю вот этот крюк от этой ручки, ставим его сюда, как он там должен стоять, вот, и соответственно разворачиваю все это дело и ставлю на эту сторону. А как все это дело настрою, приварю сюда тоже кусок арматуры, вот я и потом это все дело лишнее отрежу вот так вот. А может, и не буду отрезать, оно в принципе не мешает. Не мешает. И пускай будет, наверное. Не знаю. Посмотрим. Так, значит, переварил рычаг под правую руку. Вот сделал. Это не стал отрезать. Ни вот эту арматуру, ни саму стойку. Ну, пускай пока так, посмотрим. Отрезать всегда можно. Успеть, но хуже потом это все дело настраивать. Все, абсолютно. То же самое, как и говорится, и было. Все замечательно работает, защелкивается.
Поэтому сейчас собираю навеску. Здесь добавил вот такую гайку, приварил для крюков, для цепей. Вот, чтобы они были внутри, чтобы они вообще не мешались. Поэтому будет так. В общем, собираю и давайте посмотрим, что получилось. Закончил навеску. В общем, получилось вот таким вот образом. На рычаг на этой стороне будет проходить за капотом, если ее ставить спереди. В общем, ничему не мешает. Также же и если бы он был с этой стороны, здесь мешался бы двигатель. Вот такое вот положение. Значит, сделал его телескопическим. Вот здесь такой винт. Вот он удлиняется сколько надо. Вот до крыла, чтобы там не доставало. В общем, как надо. Поднял. Все это очень легко и просто. Он, все, лопата опустилась. Вот он под руку, то есть взялся спокойно, либо дожал, либо приподнял. Очень все легко. Так что скоро будут испытания. Вот здесь будем завозить землю вот сюда. Ну, попробуем попланировать им, как это будет получаться. В принципе, навеска, когда стояла сзади, вешал я лопату. Ну, неудобно зад затковать. Потому что, ну, не видно ничего. Думаю, поставлю спереди. Попробую еще так. Лишним не будет. В общем, может зимой снег почистить. Я на этом тракторе чистил зимой. Отлично все. Вот теперь еще есть и малыш, который с вот такой огромной лопатой. Она вообще огроменная. И тяжеленная, между прочим. Может, будет даже справляться. Но не стал я ее ни урезать, ни укорачивать. Пускай будет так, пока. Так, что еще хотел сказать. Ну, рычаг, понятное дело, ставится как под левую руку, вот этот, так и под правую руку. То есть спокойно он снимается. Относительно спокойно, да? Одной рукой неудобно, конечно. Вот, можно поставить его и сюда. Задать абсолютно любой угол. Абсолютно любой угол, какой будет комфортный, такой угол можно и задать. Так, что еще? Ну, в принципе и все. Это не стал обрезать, пускай будет. Мало ли что, может даже и пригодится. Вышину можно будет регулировать талрепами. Вот они. Все тут можно задавать как угодно. Тысячи регулировок. Вот, поэтому, еще такой момент, так как это все слишком далеко спереди получается, а не близко, вот сюда нужно вешать противовес, догружать колеса. Ну и, соответственно, этим самым испытываем переднюю балку, ждем, когда она развалится, потому что там в комментариях писали там, что она такая жидкая, такая ненадежная, такая сякая, раз такая. В общем, испытали уже вот этим ковшом, который возит землю, да, действительно там он влазит 150-200 килограмм в нее. Так что никаких проблем пока не наблюдается. Абсолютно. Ладно, на этом буду заканчивать. Кому понравилось, дать доработочка. Не забываем ставить лайк. Кому не понравилось, ну, ребят, вы же знаете, что нужно делать. Пишите комментарии, я все их читаю. В общем, с вами был Санек, еще увидимся.